Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 189 упражнение. Прочитаем задание. Прочитай, однокоренные ли это слова? Почему? Спеши, выдели окончание и основу в каждом слове. Обозначь и объясни в словах орфограммы. Итак, давайте выполним. Корма. Кормой, корму. Окончание. А. Основа. Корм. Кормилица. Кормилицу, окончание А, основа кормилиц. Кормит, окончание ИТ, основа корм. Кормушка, окончание А, основа кормушк. Кормовая, окончание АЯ, основа кормов. Ласковый, окончание ИЙ, основа ласков. Ласкает, окончание ЕТ, основа ласка. Ласки, окончание И, основа ласк. Паровозы, окончание «ы», основа «паровоз». Парилка, окончание «а», основа «парилк». Пары, окончание «ы», основа «пар». Парная, «ая» окончание и «парн» у нас основа. Пара, окончание «а», основа «пар». Парочка, окончание «а», основа «парочек». Парная, окончание «ая», основа парн. И пары, окончание и, основа пар. Это ряды однокоренных слов, так как у всех слов одинаковый корень и общее значение. Давайте найдем еще другие орфограммы в словах. Итак, корма. Корм проверим, о. Кормилица, также о. Кормит. Здесь у нас нет орфограммы. Кормушка, корм, кормовая, корм. Так, значит, ласковый ласкает, ласк, и ласки у нас также под ударением. Паровозы проверим, пар и о, соединительная, парилка, пар проверяем, пары у нас под ударением, парная, пар. Пара, парочка, ЧК без мягкого знака, парная и пары. Здесь у нас нет орфограмм. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.